Меня зовут Дмитрий Лариков. Приехал я в гости к Роману и Ольге Карловским на ретрит по энергодыханию. По ощущениям, это полная перезагрузка. То есть происходит уже, пока сюда доедешь. И я не планировал эту поездку, но она получилась экспедицией. То есть мы преодолели бездорожье и форсировали брод. Ели только сыроедную пищу, сыроедный хлеб, сыроедные котлеты. То, что было не очень сыроедным, оно все равно сыроедное, потому что когда сыроед это ест, то это становится сыроедным. У нас было две сессии по Infinity, это восьмифазное дыхание. Таких ощущений я в Москве и даже в Ярославле не испытывал, хотя я был уже на двух ретритах в Ярославле. И здесь совершенно другой воздух и другая энергетика. То есть, когда вплотную к тебе подступает природа, это плотное хвойное дыхание, совершенно по-другому работает и мозг, и кровеносная система. То есть прилив энергии, я просто ощущал, как бьет энергии в руках, и в ногах, и по всему телу. То есть уже где-то на шестой, на седьмой фазе. Те мысли, которые я думал, пока ехал сюда, пока был здесь, они просто кристаллизуются во время дыхания, и ты видишь ответы. Я не буду, конечно, сейчас конкретики говорить, но для себя я принял здесь несколько важных решений, которые я по каким-то причинам раньше не принимал. И объективно вроде как ничего не мешало, но теперь все препятствия ступили. Очень много контактов, позитивных людей. Я еще раз убедился, что когда окунаешься в среду здоровых, позитивных людей, ты сам становишься таким и получаешь поддержку в своем дальнейшем движении. Приезжайте сюда, не знаю, когда Роман еще соблаговолит пригласить нас, но очень рад, и в следующий раз я здесь буду. Спасибо.